2 четверных. 93,2 на 11,2 больше, чем у Набунари Оду. Фактически, если Чан не начнет сейчас падать с одного прыжка за другим, золото ему почти обеспечено. Но для начала еще нужно откатать. Великолепная музыка Эндрю Ллойда Вебера, фантазия. Тот, кто это видел, тот не забудет. Посмотрим, как будет с незабываемостью у произвольной программы Патрика Чана. Теперь он, даже если попадает, я думаю, уже не проиграет.
это новый чемпион это мира. Это надо видеть. Причем это желательно надо видеть надо вживую. Феноменальное какое-то выступление Патрика Чана. Феерия просто, да. Не скажу, что божественно, но где-то туда, близко к небесам. Продемонстрировал даже малейшая неполадка после приземления с тройного акселя. VIP-зона встала. VIP-зона стоя аплодирует новому чемпиону мира. Говорим об этом совершенно не стесняясь, потому что понятно, что проиграть Патрик не может ни при каком раскладе. Просто фантастическое выступление. А еще вкупе с великолепной мелодией Эндрю Ллойда Вебера вот так фантазии превращаются в реальность. Первый такой немножечко, да? А второй вообще? Второй без вариантов. И тут же тройной тулуп еще. Евгений, давайте, у нас есть с вами пара минут, поиграем в прогнозы. Наберет он 176? Побьет ли рекорд Такахаси? Думаю, да. Вот я хотел поспорить, а вот думаю, да, думаю, наберет. Одна ошибка была, это аксель тройной с вывалом он сделал, но это на минус 2, я думаю, что... Да не будем забывать еще вторую оценку Чана. Да, да. По второй оценке с ним... Ну, действительно, вот сейчас все, думаю, поменяют в корне мнение о Патрике, потому что теперь вот... Купе с такими прыжками его катание действительно это дорогого стоит. Я думаю, теперь поменяют мнение еще и о ценности четверного. Ведь Чан еще год назад утверждал почти в каждом интервью, что он без четверного справляется. И все, человек добавляет туда четверные и все. 187! Баллов, да. 188 это почти! Еще один рекорд. Патрик Чан абсолютный чемпион мира! Давайте посмотрим на сумму. Новый сезон. 281 балл без двух копеек. Вот это да! Патрик Чан. Абсолютно сильнейший фигурист планеты. Да, вот это было здорово.